11 декабря исполнится 20 лет принятия Конституции России. Между тем, в учреждениях культуры и образования мероприятия уже стартовали. На национальном телевидении, в частности, будет подготовлен к эфиру специальный выпуск детской программы, посвященной годовщине принятия основного закона. Что еще планируется в рамках подготовки к 12 декабря, обсуждали на заседании оргкомитета, которое провел руководитель администрации главы республики Александр Иванов. Укрепление авторитета основного российского закона должно стать постоянным процессом, вне зависимости от юбилейных дат и мероприятий. Надо отметить, что интерес к Конституции довольно устойчив, причем не только среди профессионалов, но и представителей общественности. 20-летие ее принятия стало хорошим поводом еще раз обратиться к основному закону, преимущественно для того, чтобы еще раз напомнить гражданам об их правах. Согласно плану мероприятий, Минкультура Чувашии совместно с Национальной библиотекой выпущен компакт-диск, на котором представлен в электронном виде закон Российской Федерации, основные разделы Конституции, государственные символы и вспомогательные материалы, которые полезны школьникам. Отдельный раздел посвящен основному закону Чувашской Республики. Выставка к 20-летию Конституции Российской Федерации в Национальной библиотеке открылась 21 августа. За это время ее посетили более 800 человек. На фоне выставки были проведены более 30 мероприятий. В основном в них, конечно, приняли участие школьники разного возраста. Кроме мероприятий, проводимых на фоне выставки, сотрудники Национальной библиотеки подготовили виртуальную выставку, которая выставлена на сайте Национальной библиотеки nbcr.ru, а также готовится к выпуску мультимедийный диск к этой знаменательной дате. Торжественное собрание, посвященное праздничной дате, состоится в Чувашском государственном театре оперы и балета 11 декабря. И до этой даты еще можно многое успеть. Алена Жукова, Андрей Спиридонов, Республика.